Кто прав, кто виноват или уроки разрешения конфликта в школе? Десятиклассница София Меркурьева вместе со своим преподавателем Мариной Суминой придумала проект «Правовая аксиома». Проект школьницы позволит ученикам школы решать конфликты, не доходя до крайности, и справляться с трудными жизненными ситуациями. Важно воспитывать детей и в правовом ключе для того, чтобы в дальнейшем они смогли продвигать нашу страну, смогли делать для нее что-то полезное, чтобы ребята, они чувствовали себя комфортно и понимали то, что когда они развиваются, у них есть будущее, и они готовы развивать именно нашу страну. Я чувствую себя человеком, который может делиться опытом с людьми, и они его воспринимают и понимают о том, что да, это круто, и есть откуда взять опыт. Проект Софии занял первое место в номинации «Страна возможностей» трека «Волонтеры» и НКО и получил грант. Также автор проекта получила памятную медаль и грамоту президента Российской Федерации за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». За последнее время одно из самых ее удачных проектов – это, конечно, победа единственная от Нижегородской области президентского гранта по вопросам буллинга в школе, по вопросам медиации, то есть взаимоотношения между детьми. Десятиклассница София Меркурьева уже применяет методы своего проекта по медиации на практике. Вместе с педагогами школы она ведет медиативный кружок. Однако к разрешению конфликтов школьницу привлекают и вне открытых уроков. Ребенок стал узнавать в коридорах Софию. И вот однажды наблюдаю ситуацию, когда подбегает мальчик, весь зареванный, и что-то рассказывает Софии. Она, значит, гладит его по волосам, что-то говорит. Именно эта идея и стоит в априори того, чтобы в школе были дети, даже не знаю, как правильно сказать, якори, маячки, на которых можно было бы смотреть, бежать к ним, тянуться за ними. И поэтому одна из частей проекта – это выходы в классы. В классы с играми. Совсем скоро София Меркурьева закончит школу. В дальнейшем девушка планирует связать свою жизнь с юриспруденцией. Однако и про свое детище внутри родной школы забывать не планирует. Служба информации, София Иванова, Михаил Городников.